Если я не сам послушал. Ну какой смысл остаться жить с ним? Можете мне объяснить? Ты бессмертный. Я не смертный, я защищаю свой дом, свой честь. Если с азиками буду жить, они каждый ночь придут ко мне в жену трусики проверять. Контроль. Если не знаете эту историю, можете посмотреть, почему Карабахская война началась. Посмотрите историю, потом думайте, о чем вы говорите. Паспорт не режим.